сейчас мы едем в отель. Небольшая зарисовка о Буэнос-Айресе. Буэнос-Айрес, поздний вечер. Поздняя ночь уже. Сейчас местное время 22 часа с копейками. В России сейчас плюс 7 часов. Плюс 7 часов. То есть сколько получается? Минус 7. Очень чистенько, кругом и тепло. Примерно плюс 20. Шлагбаум. Выезд из аэропорта. Очевидно, въезд в аэропорт платный. Приехали в сам город.
коробочка. Что-то такое большое тут. Какие-то леса строительные, непонятно. Поэтому, наверное, такие чистые дороги. Это какой-то местный... А, это... Кстати, актер. Американский. Аль Пачино. У нас на плакате. Вот город в низинке. Это снизу находится. Архитектура на Италию похоже. На Турцию похоже. Прибрежные зоны. Да. На Турцию тоже похоже, да? Да, легкие дома, легкие. Тут вообще какие-то мазанки. Смотри, вообще какие-то эти трубы торчат. А это, может, крыша там, внизу какие-то ресторанчики. Это часть сектора спирисио. Да, вообще какой-то интересный пейзажик такой. Наверное, что-то типа частности. Ну, так вообще конкретно на Египет и на Турцию. Какой красивый храм. Ну, так я, да. Достаточно много растительности. Климат влажный, прибрежный. На берегу океана. На берегу океана. Правда, какие-то домики тут интересные, своеобразные. Я даже в виде лестниц. Да. Интересная архитектура. Как пирамидки. Да, напоминаем, что мы находимся в Аргентине, ночной Буэнос-Айрес. Максимум 80 километров в час должна быть. Как интересно, дома вообще. Первые такие вообще вижу. Какие-то жестяные трубы на домах. Такие коробочки строят. Маленький метраж. Ага. Квартирки, наверное, малюсенькие. Интересно ездить по разным городам, смотреть, как живут люди. Вот три вообще, да, смотри, дома. Интересно, там с дружкой стоят. О, вот тарелка. Ну, вот какая тут тарелка. Это, наверное, местное телевидение какое-нибудь. Какой красивый храм. И вот храм снимает. А развязка там чем интересна?
красиво. Да, мы находимся на высоте, она достаточно большой. Вот мы едем, вот наш бортик. Причем здесь нет, а нет, бортик есть. О, огни большого города появились. Высотное здание. Да. Скорее всего, где-то мы уже на подходе к отелю. Банк. Национальный банк Аргентины. Банк и провинция какой-то. Вот улочки уже. Для прогулок уже есть люди, чего мы не видели. Да. Вдоль автобана. Тут уже известные слова. Honda. Citroën. Citroën. Скидки. Перекресток. Ждем светофор, скорее всего. Плохо. Не знаю пока, как они называются. Гранд Бульвард отель. Тагония из «Дети капитана Гранта». Что-то я помню такое было в детстве. Что я не знаю название. Такси местное. А, вы здесь, а вы номер. А, бро. Радио такси, это, кстати, у них государственное такси. Такое, которое можно смело вызывать. Говорят, очень хорошее обслуживание. Эй! Что эта фирма хорошо обслуживает? Радио такси. Ага. Считается, у них местная такая, типа лицензированная. Так, мимо отеля проехали, значит, это был не наш. Сейчас посмотрим, куда нас привезут. Хотелось бы, конечно, на побережье. Ну, я думаю, что мы, наверное, будем жить где-то в самом городе. Ну, что, в принципе, тоже хорошо, потому что, когда живешь в самом городе, ты можешь быстро добраться до метро. Нас привезут.
видно даже здесь не море, где океан. Логично. Там залив. Да, залив. Еще и на велосипедах катаются. Это у них интересно, что такое? Заправки, что ли? Энтрада написано. Так, велосипедисты проехали вперед. Нора. Разъем. Стадия. Да, не сильны мы в языках. Какое красивое здание, интересно. Ресторанчик, наверное, какой-нибудь. Ука. Ради 5 минут перейти. Залив. Так здорово. Вода. Набережная какая-то. Заливчик. Да. Ok, ah, como quiera vos. А тут какие-то леса строительные. Тут, кстати, есть велосипедная экскурсия по городу. И можно на велосипедную экскурсию записаться. За Пушкина, за Лермонтова, за Есенина. За Путина даже. Иногда приходится с ним разговаривать. Какой небоскреб огромный. Что-то там еще светится. Сверху. Чистенькие. Все машинки-то, смотри. Да? Все чистейшие. Потому что здесь нет грязи. Прям блестят все. Да. Такой грязи, как у нас, нет. Сегодня 17-е. Нет, 16-е еще. Уже нет, 17-е. 17-е января. Сколько точно получится? Местное время. 1:30. А вот это наш отель. Он называется Хилтон. Ну, а Хилтон. Ну, Хилтон хороший отель. Почему? Известный. Сеть отелей. Очень богатый. Богатый отель. Все потихоньку собирается. Сейчас нас посаживают.
пойдем за вещами и пойдем. Or was it the Ukrainian? Yeah. Ukrainian, I was gonna say. How we can bend it a little bit. Yeah, depending on who you speak to. Bend it aspect camera. Let's have a brief. To be used at Navis Hotel. Пожалуйста. Скорее всего. Охрана? Одну минутку, сейчас объясню.